парк. Такая парковка. Вот, собственно, название парка. Природный парк. Такие птицы есть. Вот сама карта парка. Я поверну камеру вправо. Есть вот такая зона отдыха. А если влево, тут тоже такие вот будки, где можно покушать. Такая водичка. И такие столы обеденные. Вот как выглядит этот комплекс. Мы идем в сам парк. Достаточно интересный такой объект. Место отдыха. Такая площадка. Если посмотреть вниз, там у нас река. Златка решила покататься. Почему? Парк называется Arbor Hills. Вот мы подошли к мосту. Есть водичка. Ну, ее немного. Да, страховка. Аккуратно, зайчик. Вот такие склоны. И речушка. Золотушка решила попробовать воду. Водичка достаточно чистая. Красивый мостик, интересный. Вот здесь люди ходят даже на фотосессиях. Вот так вот они одеваются. Для них это важно. Такой парк. Как всегда говорю, что он очень мало напоминает наши привычные парки. Как по мне, это просто неухоженная территория. Этот парк напоминает такую неухоженную посадку. Вы мне, конечно, извините. Кто-то может сказать по нашим видео, что мне вообще не нравятся местные парки. Не для собак. Посмотрим, что здесь за речка. Водичка очень прозрачная. И очень много. Детки все гуляют. Такой вот парк. Девочки нашли место посидеть на лавочке. Камушки. Все очень так естественно, природно. Устали уже, да, идти? Людей очень много. Все гуляют.
отдыхают. Вот мы идем к теремку. Елочки с такими ягодами интересными. Главному объекту для такое здание. Смотровая площадка парка. Сейчас мы туда поднимемся. Что ты снимаешь? Как тебе здесь? Сейчас мы поднимемся вот туда наверх. Растительность. Страх, поворотик. Как на Эпетре прям поднимаемся. И опять вверх. И вот здесь раз мы заходим на мостик. Мамочка играет в шарики. А Златушка смотрит на природу. Такой вид открывается с этой смотровой площадки. Вот такая панорама. Гуляют люди. Вот это дерево внизу. Мы вот сюда идем. Вот здесь есть такие лавочки в честь этого человека. Мы спускаемся дальше вниз. Людей много. Вот где, оказывается, все люди в Техасе. В парке. Очень много людей с собачками. Такая природа. Кущири. Численное множество собачек разных мастей.
непонятные птички, какие-то обозначения. Они что-то обозначают. Ну, наверное, может быть, такие речушки. Кстати, вот Марина правильно заметила, что наши европейские парки отличаются тем, что люди приходят туда отдохнуть, красиво одеться, прогуляться, там съесть мороженое. А сюда приходят побегать, позаниматься спортом. Можно одеться как угодно, никто не испугается. Вот. Вот увидели кактусы интересные. Решили посмотреть. Есть даже шипы. Это понял. Они сами тут выросли. Интересные. Прямо так. Как грибы растут. Мы идем дальше. Это пока было единственное интересное в этом парке. Это эти кактусы. Вот детки на велосипедах. Ага. Ну, как Марина правильно отметила, собак больше, чем детей. Желавочка. Мы так и поняли, что тебя куда-то там не несет. Ветром? Ну, ясно. А, тут где-то есть дамба еще. Сейчас мы до нее дойдем. Там как раз Златочка сидит уже. Вот такая красивая дамба. Это типа мостик. Еще один. Тут речушка. Такая живописная природа. Встречается несколько потоков. Один идет под этим мостом. Такой мостик. Говорит эта птичка. Нужно быть аккуратным. Тут прям целая дамба. Такая вот архитектура этого сооружения. А речушка уходит дальше, извиваясь. Вот так вот оно выглядит все. Такие камни красивые. И мы опять выходим к мосту. Сейчас, конечно, речечка обмелела. Сделано красиво. В стороне тоже такой обрыв, такая
природная краса. Конечно же, парк очень живописный. Маринка решила посмотреть. Звездочка. Да. Ой, вот здесь. Ага. Идем дальше. Идем к главному входу, я так понимаю. Есть такие сосновые деревья небольшие. Очень много любви с собачками. Вот такие здесь образования из камней, скорее всего, искусственные. И вот такое дерево красивое наверху. Одна. Да, вот такая тропа, можно ходить по ним для более спортивных людей. Вот еще одна тропа, скорее всего, даже недавно сделанная, потому что на столбике еще ничего нет, можно пойти по ней. Сейчас мы чуть-чуть пройдемся по этой тропинке. Я вам чуть-чуть покажу, как выглядит здесь природа. На самом деле тропинок очень много. Тоже так хорошо приехать, подышать свежим воздухом. Кусты, как в сосновом бору. Далеко не пойдем. Вот. Нам показывают, что пойди налево пойдешь. Голову потеряешь, направо пойдешь, коня потеряешь, прямо пойдешь. Пойдем, короче, мы налево. Вот сюда. Надо, чтобы уже совсем не заблудиться. Столбик на каждом метре. Мы пойдем сюда вверх. Ну и вот мы вышли к стоянке к нашей. И вот еще место, чтобы вы понимали, где вы находитесь. Вот карта. И мы вот, где парковка. Сейчас найдем свою машину. Все фотографы, оказывается, здесь.
на этом холме. Такой у тебя парк Щербакова в Донецке. И здесь фотосессия. Люди фотографируются. Вот еще одна фотосессия. Видите, сколько много? Вот тоже фотосессия. Все фотографируем на iPhone. Там где-то девочки фотографируются на горе. А тут вот такой вот Стоунхендж. Не правда ли похож? Мини такой Стоунхендж. Ну, пройдет еще 1 000 000 лет. И эти камушки станут тоже такими большими. Ну, вот такая вот мини-прогулка по парку. Для понимания, как выглядят парки в Америке. За моей спиной уже парковка. Ну и будем двигаться в сторону дома. Такой вот сарайчик самодельный. Хорошее окончание видео.